Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. С вами я, Владимир Тишевский, и сегодняшним инфоповодом является 11-я годовщина магазина Banggood. Это китайский интернет-магазин, достаточно большой и масштабный. Может быть, он не так ходит на слуху, как там GearBest или AliExpress, но это действительно очень большой магазин, и там я периодически что-то покупаю. Но суть заключается в том, что в связи с 11-й годовщиной для привлечения клиентов они сделали ряд очень важных вещей. Первое, они сделали всякие разные распродажи, и реально можно что-то купить по выгодной цене. И если вы хотите, чтобы я составил какой-нибудь списочек, топчик всего этого дела, я обязательно могу снять об этом видео, только напишите об этом в комментариях, если есть к этому интерес. Второй момент. Они повысили кэшбэк, и поэтому вы сможете получить более повышенный кэшбэк именно в период этой 11-й годовщины. Уже сейчас уже повышенный кэшбэк, и он будет длиться еще где-то несколько дней, поэтому советую зайти на banggood.com, посмотреть цену. Если вас цена устраивает, то вы еще можете дополнительно через Letyshops получить кэшбэк. Что касается товаров, которые будут участвовать в распродажах, это будут смартфоны разные, всякие дешевые, дорогие. Это будут там типа Bluetooth акустики. Кстати, сезон заканчивается, так как там все эти лето заканчивается. И на них делают еще больше уценки, соответственно, можно купить по выгодной цене, получить, положить где-нибудь на полочку и летом. Кстати, вот эта вот акустика у меня с прошлого года, и могу сказать, что летом она стоила дороже, а осенью и зимой она стоила дешевле. Вот как-то так. Друзья, можно будет купить всякие разные наушники. Вот, к примеру, Blitzwolf. Это очень хорошие качественные наушники. Однозначно рекомендую присмотреться. Мы тестили и смотрели. И, кстати, очень большой интерес людей. После обзора много людей задавали вопросы всякие разные. Да и вообще, я могу сказать так, что я как только сделал обзор, так как у меня много разных Blitzwolf наушников, я выставил на продажу, и одни улетели, вот, то есть буквально позавчера выставил на продажу, и вот сразу мне написали, они улетели. То есть могу сказать, что товаров будет большое количество. Кстати, еще один товар, который от Blitzwolf, мне нравится. Я тут даже специально взял два одновременно. Мне очень нравится Xiaomi Powerbank на 20 тысяч миллиампер. И мне очень понравился вот этот Powerbank. И знаете, чем вот этот Powerbank уступает этому Powerbank? Это Quick Charge 3.0 зарядка. Реально, это то, что must have, и то, к чему я привык настолько сильно, что после этого заряжать вот Xiaomi-шным Powerbank, то есть это первого поколения, достаточно сложно. Здесь есть Quick Charge, второго поколения, можно так сказать, это 2 ампера. Здесь есть целый ряд спецификаций. К примеру, самая обычная зарядка, это идет 5 вольт 2 ампера. Потом S-Power, это типа фирменная зарядочка от Blitzwolf, и здесь помечено вот то, что это S-Power, это идет 5 вольт 2,4 ампера, и вот этот Qualcomm Quick Charge 3.0, это 3,6 вольта-6,5 вольт, то есть в зависимости от аккумулятора, который вы будете заряжать, это 3 ампера, друзья, это реально очень-очень круто, то, что Powerbank имеет возможность быстро заряжать гаджеты, к примеру, свой Xiaomi Mi 5S, и также я в последнюю неделю юзаю Samsung Galaxy S8, заряжаются очень быстро, и вот это то, что нужно. Также всякие разные другие вещи, которые вот тут по смартфонам, да, видите, я кучу всего отсюда понаставлял. Вот подобного плана товары вы сможете найти на этой распродаже, и это большой плюс. Лично я буду тоже сидеть мониторить вот сейчас. Также я ожидаю от вас фидбэк по поводу того, стоит ли делать топ каких-либо товаров по распродаже на Banggood. Я думаю, что это мне, лично мне было бы интересно посмотреть такое видео. Я хотел бы, чтобы какой-то видеоблогер такое сделал. Достаточно так взвешенно, аргументированно, ясно рассказал. Но если вам интересно, фидбэк, пожалуйста, напишите. Плюс ко всему, вот это вот все... То есть, оно мне все не надо, друзья. Все не надо, поэтому я сейчас устраиваю также свою грандиозную распродажу на OLX, так как я живу в Украине. OLX — это украинский сайт, и для жителей Украины, интересно было бы
Вот если хотите, посмотрите, на OLX всякая всячина распродажа идет. И плюс вот в ближайшие дни, сегодня-завтра добавлю еще в товары ВКонтакте. Поэтому добавляйтесь на мой ВКонтакте. Мой ВКонтакте вы найдете в описании. Там заодно можно и на Инстаграм подписаться, и на Твиттер подписаться. Ну, это тоже такое. Поэтому эти все вещи интересные. К примеру, там вот Wayfan, наушники тоже есть. В общем, короче, все сейчас китайские интернет-магазины делают такие стартовые осенние сейлы. Почему бы не сделать это и мне? На этом я буду заканчивать свое видео. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, посмотреть другие интересные видео, обзоры, сравнения, всякие разные тесты. Все, большое количество, больше 1000 видео на канале. Заходите, смотрите. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.